сиянье с грецким орехом и гренным сиропом. И весь гуакамоле по-мексикански. Как для меня, это гренный сироп. С грецким орехом. Раздробит. Получился вкусный. Поближе, на поваре. Пахнет. На вкус как гуакамоле. Как выглядит, то вот национальное блюдо мексиканцев – гуакамоле. Еще, есть храмы ацтеков. И вот как выглядит, как мексиканское сомбреро. Цвета флага Мексики. Оба понравились, зашибись.